8 человек погибли только с начала этого года на дорогах в Чебоксарах. Причина – невнимательность, нарушение правил движения, пьянство за рулем. Остановка магазин «Чебоксарец». До пешеходного перехода меньше 70 метров. Только за 5 минут съемки мы насчитали 6 человек, которым проще рискнуть жизнью, чем дойти до него. К счастью, они не пополнили печальную статистику. А она такова. Только с начала года в Чебоксарах сбили 52 пешеходов. У нас 4 погибших участника дорожного движения у нас являлись пешеходами. Один водитель и 3 пассажирами. Основными видами ДТП в городе являются наезд на пешехода и столкновение транспортных средств. Основная причина столкновений – нарушение правил и безбашенность водителей. Февраль. На огромной скорости в столб у гражданского кольца влетела «Приора» и загорелась. 4 погибли. Как выяснилось позднее, у водителя не было прав. Совсем свежий пример. Март. После долгой погони патруль задерживает пьяного водителя. Увы, таким относительным хэппи-эндом подобное поведение автомобилистов заканчивается не всегда. Несмотря на ужесточение законодательства, пьяных за рулем меньше не становится. Вот в эти минуты происходит следующее. По городу катается полностью набитая пьяными мужиками машина красного цвета, Ford Fiesta. Номера нечитаемые. С утра их зафиксировали на АЗС на Богданке. Они успели до приезда экипажа смыться и уехать куда-то. Высока доля вероятности, что поймают этот Ford в результате ДТП, как либо они в столб врежутся, либо в какую-то, не дай бог, машину. Инспекторов ГИБДД и патрульных экипажей на всех нарушителей не хватит. И правоохранители просят жителей о двух вещах. Сообщать о безобразиях на дорогах по номеру 102 или в дежурную часть по номеру 240770. А еще быть внимательнее самим.